Друзья, всем привет! В этом видео сегодня хочу рассказать снова про вот эту насадку, которая в перфораторе установлена сейчас. Это гвоздезабивательная насадка. Значит, один товарищ мой поинтересовался у меня и засомневался, что она может забить 200-миллиметровый гвоздь и больше. Вот. В прошлом видео я показывал как бы до 180 миллиметров гвоздь, а в этом видео вот я хочу вам показать, вот рулеточка есть, да, вот 200-миллиметровый гвоздь, вот он. Сейчас попробуем. А, и задал он вопрос по поводу того, что сможет ли забить именно вот в такой брус. Вот я кусок бруса нашел, сейчас вам продемонстрирую. Значит, забитие нескольких гвоздей. Сейчас все это проверим, испытаем вместе с вами. Давайте смотреть. Так, вот, вставил прям в боковину, не по ворсу, а поперек. Смотрите результат. Забил и расколол, конечно, таким гвоздем расколол вот этот брус. Ну, это зависит, так можно и молотком тоже расколоть, конечно. Теперь вдоль давайте попробуем забить гвоздь. Так, чуть повыше приподниму. Вот вдоль. Вот забился вдоль, тоже раскалывает. Ну, ничего страшного, также и молотком тоже может произойти. Можно, конечно, расценивать вот это забивание таких гвоздей и вот это вот растрескивание как косяк, но в то же время, где это нужно, если подлезть, можно аккуратненько и забить, ничего не расколов. Друзья, маленькое дополнение. Вот смотрите, чтобы такого не происходило, вот этих трещин при забивании гвоздей, в таких случаях тупо используют винтоверты и загоняют в брус глухари. Вот, и не происходит вот такого раскола, аккуратненько вгоняют. А гвоздь забивают там, где надо, быстро и по черновой схеме сработать. Вот на этом уже все точно. Всем пока, всем спасибо.